Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня в пятницу решили пригласить к нам в гости. Как вы? Что-то решили? Мы даже уже не решаем. Михаил Ильич сам приходит? Конечно. Михаил Ильич Карпухин. Да. Заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, о чем будем говорить в этот раз? Есть уже какие-то успехи на садово-огородных участках? Не, ну, конечно, есть. Вот сегодня многие задают вопрос по правилам сбора огурца, например. Угу. Да, вот. Но видите, у некоторых уже пошел огурец, хотя, несмотря на то, что вот ночи были холодные, вот это лето показалось, ну, низкие температуры, да, несмотря на то, что вроде бы и жаркие дни были и так далее. Но у тех уже опытных огородников, конечно, кто пораньше все это высадил и так далее, конечно, уже огурчики идут. Самое главное, какое правило сбора? Самое главное, не передержать огурец на растении. Дело все в том, что нужно собирать его, во-первых, чтобы это был мелкий зеленец, да, чем мельче, тем вкуснее. Ну и самое главное, чем раньше мы его сорвем, тем больше в нем витаминов, да, полезных витаминов. И самое главное, если мы передерживаем, допустим, и он начинает утолщаться, становится такой семенник, мы его пузырем называем, да, вот это уже стареет вся плеть, то есть стареет все растение. Ого. Тем самым урожайность потом резко снижается. И вот поэтому как раз сейчас наступают такие дни, когда нужно собирать огурцы вовремя, и самое главное, омолаживать растения. Каким образом? Омоложение растений идет следующим образом. Берем 15-20 грамм аммиачной селитры. Это такое удобрение есть. Она сразу готова. Да. Разводим его в 10 литрах воды и опрыскиваем прямо после сбора огурца, опрыскиваем прямо по растению. То вот есть это сорвал огурец и опрыскал. Да, да, прямо по всему растению, то есть все листья, стебли. Сверху вниз можно. Можно сверху, можно снизу вверх, можно сверху вниз. Самое главное, чтобы все зеленые части растения получили вот этот вот, вот это удобрение для того, чтобы растение омолодилось и началось резкое увеличение завязи и плодов. Угу. Ну и самое главное, что нужно помнить, что каждая завязь у огурца должна видеть солнце. То есть, если она вдруг закрывается листиком, да? Листик нужно приоткрыть. Да, листик отодвинуть. Или отодвинуть, да, как мы его упрямец называем, да, такой. Но если он не отодвигается, значит, мы его просто-напросто... Извини, дружок, ты сам напросился. Лист упрямец. Да, конечно. И самое главное, вот еще, когда мы дело имеем с огурцом, нужно посмотреть, бывает пучковая зависть. Вот, допустим, просто один огурчик висит, как зависть, да, допустим, вырос. А бывает два или три огурчика. Бывает. Да? Поэтому спокойненько снимаем все три огурчика, да, не заморачиваемся по этому поводу, что там что-то не получится. Даже бывает, что, допустим, один побольше, другой чуть поменьше, ничего страшного. Самое главное вовремя, да, вовремя снимать огурец. И вообще 2-3 раза в день, конечно, лучше снимать огурцы. Но многие же приезжают на дачу не так часто. Ну да, только в выходные, да, например. Да, и вот самое главное, вот когда вы приехали, осмотреть хорошенько вот, значит, растение огурца и не пропустить вот уже таких, так скажем, созревшие огурцы. Вот это самое главное. Слушайте, я вспоминаю свою бытность садовода, да, когда я ухаживал за огурцами, за теми же. Бывает, что какие-то гусенички появляются на листах. Что с ними делать? Обрезать этот лист? Ну, понимаете, вот, ну, наверняка, может быть, это и, может быть, белокрылка была, да, у вас там еще что-то. Скорее всего. Ну, она с ними здоровалась, не знакомилась. Нет, я ее знал. Белокрылка. Добрый вечер. Нет, понятно, что в этот период, когда уже идет плодоношение, то здесь уже все химические препараты мы убираем, да. Здесь мы можем только на такую, знаете, биологические препараты применять. Допустим, баверин, битоксибацилин. Вот есть сейчас различные фитоспорин с битоксибацилином и так далее. Вот такие препараты, которые действительно помогают в борьбе, значит, вот с этими насекомыми. Ну и ловушки, клеевые ловушки желтого цвета, вот такие липкие, да, чтобы обязательно висели для того, чтобы все насекомые просто прилипали туда. Да, их туда тянет, потому что они думают, что это нектар, сладкая вещь, а на самом деле это ловушка. Ну я буквально позавчера был в теплице у тести и тещи, там огурчики, действительно, все висит, уже можно собирать. А помидоры еще, конечно, зеленые, но тем не менее. Ну, слушай, валенок и на печку. Вопрос у меня. Теща говорит, у меня в этот раз какие-то кабачки, странно выросшие. То есть часть узкая, а потом идет бабах. Резкое укрупнение в какой-то хвостовой части. То, что вот такое узкое, оно... Зеленое прямо. Вкусное, какое-то... Горклое. Горькое, гнилое, не знаю.
Да, вы знаете, вот это как раз говорит о том, о перепадах температур. Mm. Это вот такое физиологическое изменение такое у кабачков происходит. Во-первых, когда недостаточное опыление, а было холодновато, и насекомые опыляли плохо, да, такое недостаточное опыление. И главное, что перепады ночных и дневных, вы помните, да, 8-9 градусов ночью, да-да-да, и, допустим, 25, грубо говоря, днем. Да, вот эти перепады, они влияют вот на физиологическое состояние кабачков. Но сейчас должно все выправиться, потому что действительно температура достаточно повысилась, поэтому я думаю, что здесь будет все нормально. Так что, Саша, главное равномерно поливать кабачки. Не переживай, рагу из кабачков будет. Славно, славно. Мы вас, как всегда, благодарим, Михаил Юрьевич. Спасибо, Михаил Юрьевич. Спасибо. Да, ждем следующую пятницу. Ну, уже с урожаем-то приходите нам. Конечно. Тоже хочется. Сколько можно ждать тоже, да. Спасибо. Так, придать яркости выходным поможет не только фестиваль красок, который пройдет в это воскресенье, но и другие культурно-развлекательные мероприятия, которые запланированы на эти выходные. Какие именно? В рубрике «Культобзор» все узнаете.